Идет осмотр квартир. Уже начинает драться за гнезда. Короче, вот по всему периметру все лазят в гнезда. О, одна уже начинает залазить. Боится все. Залезла в десятый. А здесь что происходит? Вон. Все головы внутри изучают обстановку. Сегодня утро, 11 числа, 11 февраля. Вчера вечером повесил их. Поставил гнезда. И вот покушали сейчас. И все, абсолютно все заняты осмотром гнезд. Вот так интересно стоит наблюдать за ними. Что происходит? Хватит ты, блядь. Это возле в ухо стоит и орёт, блядь. Ну, видите, дерутся. Самцы тоже принимают участие в осмотре гнезд. Проголодались. Ну ладно, сейчас вот так они выбирают гнезда. И так они осматривают. Сейчас пока привыкнут. Как начнут
почистить их. Я внутри у них опилки во всех гнездах. Как начну чистить, там убираться, покажу вам, кто какой займет. Убираться. Вот они, остальные прилетели кушать. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока, скоро увидимся. Вот канарейка у меня тоже. Уже строит гнездо. Садится. Он сидит уже в гнезде. Уже топтал он ее несколько раз. Уже что-то там он готовит гнездо. Скоро будут яйца. Так что, дай бог, все начали размножаться. Попугаи, канарейки. Утаптывает. Нет-нет, дерутся с самцом. Ну ничего. Значит, любят друг друга. Здесь вот она тоже гнездо делает. Ну там я не... Ох, блин, она расшаталась. Здесь тоже гнездом занимается. С реповым. Посмотрим, там что будет. Он тоже таскает травинки. Ладно, пока.